Mes lietuviškai tai vadiname duokim garo. Gera kartais iš tikrųjų bažnyčioje duoti šitą garą, išleisti šitą garą, nes džiuginantis šlovinimas jis ir išlaisvina, jis ir gydo, iš tikrųjų turi nuostabų dvasinį veikimą. Atipėri na сцену приглашаю раби Михаила и хочу несколько вопросов задать. Вместе с Константином идете. Давайте приходите вдвоем. Два лучше, чем один. Еще Костя что-то скажет, да? Да. Вы задавайте вопросы, Костя ответит. А Костя будет отвечать? Да, да, да. Мы сейчас вместе ответим. Вместе, хорошо. Рави Михаил и Костя, вы уже в Литве не в первый раз. И мне так хочется узнать ваши впечатления о этом разе. Вот вы вчера участвовали в празднике Пятидесятницы в Шауляе, который был под открытым небом. Расскажите, пожалуйста, ну, ваши впечатления. Ну, очень здорово. Мы очень рады, что мы приехали. Это для нас очень большое благословение и действительно участвовать в мероприятии, которое склоняет людей к единству, к тому, чтобы быть в одном духе, чтобы у нас было единомыслие, и это происходит на уровне города. Это, ну, это очень большое достижение. Я считаю, что когда верующие люди могут вот так вот собираться, показывать, насколько важно служить Господу, насколько это разнообразно, насколько это, ну, знаете, так многогранно, потому что мы все разные. И вот мы вчера увидели многое, что там и в исполнении, и когда люди молились, все это было по-разному. Не было такого, что это было вот как-то, знаете, однобоко. Все было вот многогранно. У нас Бог такой, такой великий, такой могущественный, и, ну, нас учат и говорят о том, что у него много вот таких сторон, о которых мы не знаем. И я считаю, что праздник вот вчерашний, это вот как раз время, когда Бог показывал свою многогранность, и время, когда Бог открывал для людей что-то такое новое и особенное, и было замечательно, вообще супер. Мало того, я знаю, что когда мы ехали сюда, у нас есть группа молитвенников, они молились, и было такое даже понимание, что Шауляй – это такое ключевое место, через которое Бог может сделать что-то особенное, раскрыть свою волю вообще для Литвы. И, ну, и молились за то, чтобы даже Божьи реки, они потекли из Шауляя дальше, и как бы они растекались по всей Литве, а может быть даже и дальше. Вот. Так что очень суперски. На самом деле это действительно такое переживание, и это глубокое духовное переживание о том, что Шауляй действительно как открытые ворота такое, через которые Бог хочет что-то сделать такое действительно большое. Большое. Это еще как будто, знаете, как определенное примирение и особое благословение, символ для других верующих людей. Mm-hmm. Вот мы это увидели, и очень, ну, очень классно. Mm-hmm. На самом деле мы благодарим Бога, что мы в это попали. Мы тоже благодарим, что вы вместе были с нами, потому что и поделились вот этим открытой такой визией, потому что в городе мы между церквями и вот пасторами и ксензами молимся, чтобы наш город стал городом Пятидесятницы, и чтобы был наш город открытым, чтобы церкви были открытые, и чтобы церкви стали такими выходящими из своих барьеров, вышли в город и из своих углов и вышли в этот свет, в открытое такое, вот как открытое перед небесами открытое место, так, чтобы все были мы открыты в своих сердцах. Также вы приглашены в этом году организировать ретрит, лагерь, можно сказать, такого духовного обновления –
в Пакуте в этом летом. Также скажите свои мысли, можно и приглашение сказать, приехать на этот лагерь. Все понимают по-русски? А кто не понимает по-русски, поднимите руку. Tie, kurie nesuprantate rusiškai, aha, galite greitai perbėgti, labai ačiū, kad priminė, rabi, perbėgite į tą vietą, kur yra vertimas. Aha, jau va, jaunimas sėdi su ausinėmis, dar yra keletą ausinių, eikite, kad galėtumėt suprasti. Kaip tik apie stovyklą pasakos, apie dvasinio atsinaujinimo stovyklą, kuri vyks šią vasarą Pakutoje. Это очень важно, потому что я понимаю, что это очень важно, чтобы слышали все. Да. И литовский, и русский язык, чтобы они, ну, соединялись вместе. Вот. Что такое, наверное, ретрит? Это не так-то просто рассказать словами. Потому что ретрит для каждого, он приносит какое-то особое благословение. Вот. Но ретрит – это время еще остановки в нашей христианской жизни. Мы все время куда-то бежим. Мы что-то хватаем, что-то теряем, что-то приобретаем. Но ретрит – это как раз то время, когда человек сосредоточен на своих отношениях с Богом, когда он может перестроиться, что-то увидеть, куда ему нужно двинуться, в какую сторону. Остановиться, сгруппироваться и двигаться в то направление, в которое хочет двинуть Бог. Вы знаете, это действительно то, что вот здесь вот происходит, это на самом деле особенное. Это на самом деле особенное. То есть мы никогда бы не могли бы еще подумать, что где-то, тем более на католической территории, происходило такое действие. Это что-то с чем-то. Я немногих знаю христиан, которые открываются друг для друга. Могут открыться пятидесятники с харизматами, баптисты с махровыми пятидесятниками. Вот. Но когда открываются все, вы знаете, это действительно то, что планирует Бог, я вам скажу. И если это видно еще сейчас вот чуть-чуть, вот как сквозь тусклое стекло гадательное, я вам точно говорю, у Бога есть особый план на дальнейшие действия в Литве. То, что объединяет сегодня в этом ретрите, объединит многие конфессии верующих, и вот этот Балтийский регион, это уже чудо. То, что происходило в день Пятидесятницы, Бог показывает, что это реальность здесь, на территории Литвы. И Бог хочет двинуться дальше. Ну, я передам еще Константину, а то могу все занять. Я хотел дополнить немножко, что ретрит – это вот как Ребе Миша начал говорить, что это время, когда мы можем останавливаться. Но мы можем остановиться еще для того, чтобы... знаете, принять определенный план на будущее. То есть как бы не просто остановиться, найти Бога, восстановить, может, для кого-то личные отношения с Богом, кому-то выйти из суеты, но еще и получить от Бога конкретную цель, увидеть дальше, пойти вперед и принять от Бога очень много сил. Мы уже... Ну, скажем так, что в Украине такой ретрит проходит уже с... Сколько? 15? Сколько? Ну да, около 20 лет. Каждый год 3 раза, сначала 4 он был в год, сейчас 3 раза сделали. Идет такой молитвенный ретрит, туда собирается очень много верующих. Из разных стран, и очень много стран. Там официально даже больше, наверное, 30 или 50 стран зарегистрировалось за все протяжение прохождения ретрита. Мы начали делать такой же ретрит в России уже на протяжении 2 лет. Мы уже это делали 2 раза в год. И вот Бог дал такое понимание, что очень важно это сделать здесь. И
Я верю, что Литва – это ключевое место для Бога. Я верю, что Господь хочет что-то особенное сделать через этот ретрит. И хочет, чтобы много людей из Литвы, может быть, из стран Балтийского региона приняли участие в этом, как представители этой земли, как представители, имеющие власть на этом месте, чтобы Божья власть могла раскрыться, и Божьи такие хорошие, замечательные изменения пришли и в нашу жизнь, и в жизнь тех людей, которые сегодня живут без Бога, потому что на ретрите мы начинаем молиться именно за тех родных, за тех близких, тех людей, которые рядом, но еще не знают Бога. И очень много свидетельств, когда мы такие вещи делали, что во время ретрита с людьми происходили чудеса. Даже вот просто звонили по телефону, разговаривали, и люди получали исцеление. У кого-то разрешались какие-то финансовые вопросы, у кого-то сдвигалось с места то, что никогда не могло бы сдвинуться вроде бы как. Знаете, это чудо, и это очень хорошее время. Я знаю, что оно будет длиться 3 дня, и там будет не только молитва, много прославления, приедут группы, который из Москвы будет, из мессианской общины, музыкальная группа. Я знаю, что из Литвы будут участвовать. Потом приедут из Бердичева, это город в Украине есть такой. Вот. И еще из Питера будут команды. То есть как бы будет очень хорошее время, с Белоруссии, да. Очень хорошее время, когда мы можем все вместе в единстве прославить Бога. Вот. И надо, наверное, даты уточнить, сказать. Да? Даты проведения ретрита с 16 по 19 июля. И место это вот Покута, это да, где Гедеминас, да, ну, если кто знает, наверное, все знают, может, знаю. Не все знают, да. Многие вот, знают. Да. Это на его территории будет проходить. И будет очень хорошее время. Более точную информацию, вот сейчас вот вроде бы готовят флайера, и будут они, можно будет потом увидеть. Так что welcome. Это будет хорошее время для того, чтобы прославить Бога. Не могу сказать 2 слова еще о ретрите вообще, что для меня лично ретрит принес в мою жизнь. Когда есть что-то не так в своей христианской жизни, ты думаешь, что у тебя все хорошо. Ты с этим свыкаешься. Ты не чувствуешь Бога, потому что отсутствует практически молитва. Ты не чувствуешь радости, потому что у тебя нет какой-то близости, каких-то тесных взаимоотношений с Богом. И когда ты попадаешь на ретрит, для меня это такое место, как рентген твоих отношений с Богом, особый рентген. Когда ты видишь, в каком ты настоящем состоянии, мы можем создавать такую, знаете, религиозную видимость, что у нас все в порядке, все хорошо, что мы знаем Бога, что мы верим в Него. А на самом деле у нас внутри может быть куча различных неправильных и нехороших переживаний, далеких от отношений с Богом. И вот для меня ретрит – это то, что еще, знаете, я могу увидеть, в каком я состоянии, и могу поправиться. И там действительно я, научился по-настоящему молиться. Потому что если я в церкви раньше отдавал там 15-20 минут, мог ночную пробыть в молитве, то когда я попал на ретрит, мы молились просто сутки. Попробуйте молиться 20 минут. Кто христианин, кто пробовал эти ситуации, тот знает, о чем говорю. 20 минут еще можно написать какой-то список, там помолиться о каких-то различных ситуациях, да, о родных, о близких, за Америку, за Россию, там, все можно приплесть в кучу. Но когда речь идет уже о часах, чтобы ты входил в присутствие Божие, и тебя это не напрягало, это очень сложно. И вот для меня это место, где я могу действительно прорываться и в таких тесных взаимоотношениях, в отношениях с Богом, поправлять, вот как в Библии написано, свой светильник. Свой светильник. Налаживать какую-то внутреннюю, вот такую правильную христианскую жизнь. Потому что многие, вот я знаю,
не только по себе. Я знаю, что многие до ретрита даже вот, ну, не молятся так вот много или вот так посвященно. Это мои переживания. Большое спасибо. Также в этом году Израиль отмечает 70-летие от восстановления государственности. И я знаю, что прошел марш жизни совсем недавно, да? Что можете нам сказать об этом? Ну, тоже такое очень интересное событие, неожиданное, во-первых, для всего Израиля, потому что, вы знаете, очень много положительных реакций было. И ребята, которые у нас поехали туда, они писали, звонили, рассказывали, что ну, невероятные ощущения они испытывали, когда участвовали в этом марше, потому что участвовало очень много стран, и Израиль пережил очень сильную поддержку. То есть, когда люди видели, что по улицам идут очень много народов, и там они несли кучу разных флагов разных стран, они понимали, что не одни. И даже были такие свидетельства о том, что выходили ортодоксальные евреи и начинали трубить в шофар, плакали люди, потому что видели, ну, невероятную Божью силу. И это действительно, ну, я считаю, что это большой праздник в жизни вообще и Израиля, и церквей, которые участвовали в этом мероприятии, потому что очень много было представителей разных стран. У нас до сих пор там еще люди ездят, они после этого марша поехали по общинам мессианским там в Израиле. И вот Ребе Виктор у нас есть, московский, наш дорогой, драгоценный брат, там участвовал в шаббате, Борис Саулович туда приехал. Вот, кстати, забыл совсем сказать, что один из основных спикеров на ретрите будет Борис Саулович Грисенко. Это раввин самой большой в мире мессианской общины на сегодняшний день, которая находится в Киеве. Вот. Ну, это такое отклонение. И они до сих пор там служили. Вот мы не вчера или сегодня даже смотрели видео, там до сих пор такое, как отголоски этого марша происходят. И люди в восторге, там такая радость, праздник везде, по всем общинам, красота просто. Это действительно очень важный момент в истории, я считаю. Не только даже христианской истории, но и вообще всего мира. И будем так говорить, что исполняются пророчества, исполняется Божье Слово, которое говорит, что все народы преклонятся перед нашим драгоценным Богом. И все будут приходить на Шавуот, да, это как раз преддверие Шавуота, Дня Пятидесятницы, в Эрец Исраэль, чтобы поклониться живому Богу. Это победа, я считаю, такая. Мы, когда приезжали осенью, говорили о том, что все быстро меняется вообще в мире. Если кто-то смотрит за ситуацией вообще, вот кажется, такое все нагнетает, все такое вот дело к войне. У нас там, я не знаю, как у вас, но у нас, как посмотришь новости, думаешь, ну все, сейчас через 5 минут война будет. Да. Вот реально, просто вам говорю. Напряженно и у нас так. Я вам скажу, что в Библии написано об этом. В Библии очень четко сказано о последних временах. Если мы действительно будем искренне читать вот то, что написано в Библии, мы увидим, что последнее время оно особо будет связано и со страхами, и с происшествиями, а еще оно будет связано с Израилем. Последнее время очень тесно будет связано с тем, что происходит в Израиле. И когда мы осенью приезжали, мы говорили, что началось вот такое какое-то движение вокруг Израиля и в самом Израиле, которого раньше никогда не было. Началось исполнение пророчества. Беньямин Нетаньяху объявил самыми лучшими друзьями Израиля христиан. Сегодня, вот Костя не сказал, там в Израиле зарегистрировалась первая мессианская община. Да, но не первая. Нет, официально первая. Официально. Официально. Государство зарегистрировало. Государство зарегистрировало первую мессианскую общину. Этого невозможно было сделать. Я бы мог бы рассказать вообще глубинно о том, о чем пророчествовал Израиль, и чего он сегодня не принимает, а что сегодня происходит вообще. И вы знаете, я читал одну выдержку израильтянки,
Вот просто вдумайтесь, вот она, либо это стишок она с кого-то, ну, взяла, то есть перепостила, но она отобразила настроение многих израильтян. Она говорит, что происходит. Ну, там такое в стихе, я не помню, как именно точно, но я передам смысл. Что происходит? Вокруг страхи, вокруг сильные переживания. Израиль сильно бомбят. Мусульмане наступают со всех сторон. Ни одной бомбы не падает на наши головы. Вдумайтесь, ни одной бомбы, она пишет, не падает на наши головы. По нашим улицам проходят тысячи, тысячи других народов, она описывает. Кричат «Аллилуйя! Благослови Израиль!» И мы, говорит, смотрим на это и не понимаем, что происходит. Оказывается, многие за нас. И для нас это сильная поддержка. Это написала израильтянка, которая далека от ортодоксального верования, а далека от христианского, я так понимаю, верования. И этот стишок, я так понимаю, облетел уже вот весь интернет. И она говорит, я не понимаю, что происходит. Велик Господь Израиля. И воистину велик Господь. У вас много радости в танце, в мессианской общине. И хотелось узнать, что вам значит танцевать перед Богом? Я жалею, что я Сашу Стрельчука сюда не взял. Где он? Саша про радость может рассказать больше, чем все. Саша. Да. Только единственное, его надо будет останавливать. Ну, прежде всего, в Писании написано, что радость перед Господом – это сила наша. И если об этом говорит Слово Божье, то глупо это не делать, правильно же? И в еврейской традиции, особенно вот во время становления государства Израиль, особенно когда были такие тяжелые времена, и народ, вот, ну, как бы, многие, может, знают, кто-то, может, не знает, что когда строилось государство Израиль, первые поселенцы, которые туда переселялись, они жили на бесплодной почве. Ну, там покупали маленькие территории, какие-то болотистые, засушливые, которые непригодны ни для сельского хозяйства, ни для жизни, потому что арабы изначально не продавали хорошую землю, и такие плохие земли продавали за большие деньги. И вот народ, он как бы целый день трудился, а ночью приходилось защищаться, потому что разные там племена арабские, ну, пытались делать какие-то набеги террористические, там всякие провокации. И народ, вот он черпал силу, и вот хора, вот такой, как еврейский танец, хоровод большой, когда весь народ собирается, это то, что вот на самом деле дает какую-то особую силу Израилю, и это то, что было в самом изначальном, ну, вот эти хороводы большие, ну, как бы, они, ну, знаете, особенно в тяжелые времена как-то ободряли, давали силу единства и давали что-то такое сверхъестественное, знаете, какую-то Божью поддержку. Большинство этих людей были неверующие, были и не ортодоксы, и не христиане, но это были евреи, которые переехали в большинстве с этих территорий, там с Украины, с Литвы, с Польши, где, ну, многие столетия, скажем так, были погромы, и еврейская жизнь, она, ну, как бы, была беззащитной. Ни полиция толком не защищала, и эти погромы, они особенно вот на Украине, там они как бы были частыми. Никто за это не был наказан, они были безнаказанными. И народ, который переезжал туда, как бы спасаясь от этих погромов и попадая, ну, на свою территорию, они знали, что это место ихнее. И вот эта радость, хороводы, это то, что их объединяло, давало такую силу нации. И это то, что продолжается до сегодняшнего дня. Это то, что, ну...
Что близко к сердцу тронуло радость и танцы. Я знаю, Саша сейчас нам расскажет всю историю Израиля. А все-таки хотелось бы как бы вот, как поклоннику, да, Господа, как, ну вот, я как Господь меня привел в общину, да, я был достаточно, как говорится, закрытый, нелюдимый человек. И танцы для меня были настолько чуждые, что я вообще никогда не танцевал. Вообще. И вот когда Бог коснулся моего сердца, такая радость наполнила меня, я могу сказать, что я не знал, как ее просто проявить, если честно. Я пытался петь, но когда мне, я начал петь, открывать свой рот, мне сказали: слушай, лучше не пой. И я думаю, ну, да, да. И я понял, что мне нужно эту радость надо проявлять по-другому. И начал танцевать для Бога. И самое интересное, что Бог начал меня исцелять от разных вещей хронических таких, да. Я, ну, очень, как бы у меня был там поставлен определенный диагноз, как говорится, саркоидоз, это вот затемнение в легких, которые все думали, что это злокачественно, но это было не злокачественно, просто затемнение от того, что я много курил. Вот, да. И, ну, в своей ветхой жизни давно. Вот. И когда я буквально 5-10 секунд мог активно двигаться, потом я задыхался и просто уходил в сторону, потому что мне нужно было отдышаться пару-тройку минут точно. Понимаете, да, состояние. И когда я вот начал проявлять свою радость, я говорю: Господь, я буду танцевать для Тебя сколько смогу. И начал танцевать где-то 15, потом полчаса, час, полтора, два, три. И мне все удивлялись и не могли понять такие, что такое, что он ест, да, что он употребляет. Знаешь, кто-то косился. Но я понимал, что Дух Святой в этом меня начинал двигать, раскрывать и исцелять. Я очень много получил исцелений в танце и освобождений от разных вещей, от всяких комплексов, таких внутреннего самоконтроля, внешней критики. Очень много всего, то, что было такое, чем я был наполнен, но тем не менее Бог потихонечку освобождал меня, и я понимаю, что вот Бог меня так же и движет. Поэтому радость Господи действительно сила наша. Аллилуйя. Еще брат. Да. Еще один поклонник, да, Божий. Кто пришел. Может сказать, как не конкретный первоучастник этого дела, да? Когда-то, когда я лежал на кровати, и я не мог ходить, Господь мне дал исцеление. Я очень сильно молился, и когда мне было очень больно, я прыгал, ну, когда еще не было исцеления такое, я прыгал и кричал: Господь, сделай ноги, как олени мои. То есть это в Писании написано. И я не понимал, что тогда я имел в виду. Но Рэба Мойша мне открыл. Он говорит: иди танцуй. Я говорю: то ли ты прикалываешься, то ли Бог. Но в итоге я понял, что это был определенный план. Знаете, и, ну, нам, извините, уже не 15 лет. Вот сидят молодые, 20, там, 18 лет. Они могут пахать и пахать, танцевать много. А нам уже, ну, не 15. Есть 20, есть 30, есть 40 лет, есть 50. И мы, знаете, иногда в этой суете начинаем чувствовать себя старичками. Знаете, ну, есть... Кто? Ну, только не ты. Но когда мы приходим в прославление, потому что это танцы — это одно из поклонений Богу. То есть когда мы входим в это поклонение, особенно когда мы поднимаемся, еще заходим к прославлению музыкальному, здесь потанцуем, тут наполнимся, там, то здесь всегда мы чувствуем себя молодыми. Именно молодыми воинами, такими Божьими. И то есть ты можешь прийти хромая, ты можешь прийти, то есть... там перекошены, но когда начинается прославление, и если ты делаешь шаг внутрь, то сразу все уходит. Mm-hmm. То есть если ты хочешь чувствовать себя молодым, здоровым, веселым и радостным, входи в круг и начинай радоваться. Да? Аминь. Аминь. А теперь... Я хотел сказать, что этому подтверждение есть, что написано: уповающие на Господа обновятся в силе, потекут и не устанут, полетят и не убоятся. Поэтому это очень важно понимать, что упование на Господа – это то, когда мы Ему поклоняемся, прославляем Его, и это может раскрываться и в танцах, но и не только в танцах, но и в песне. И вот как Саша говорил о том, что... Там собирались все вместе хороводом и пели и радовались после
изнуренной работы, после того исходила Божья радость, обновляла, и люди потом с утра вставали рано, не в 9, не в 10, я думаю, они ходили очень рано, как раз солнышко вставало, пока прохладно в Израиле, хорошо, и они шли работать. Радостные, веселые, обновленные. И вот есть, мы уже пели с вами вместе, есть такой распев еврейский, как «Нигун» называется. Вот мы хотели предложить вам вместе с нами спеть сейчас еще. Да. И пусть Господь обновит. Радость силы. Это вот кто-то думает, что радость вот и танцев это не библейское основание, да, как бы вот. Просто об этом так мало говорят и мало мы читаем Библии, но первое мы прослеживаем вообще, когда народ Израиля начал танцевать, когда он сформировался как народ, выходя из Египта. Это первое, когда он начал танцевать с ликами в танцах, то есть пребывать в этой радости, о которой говорил Саша, что они вышли из этого рабства, они первое ознаменовали тем, когда пересекли это море, что они начали танцевать и радоваться перед Богом. Если мы почитаем внимательно, укоренимся в Библию, да, мы увидим, что Давид, сам царь, Давид, который был царем, то есть которого уважал весь Израиль, и которого боялись все враги вокруг, он, можно сказать, в преисподниках танцевал, шел по всем вот этим вот местам, да, и он танцевал перед ковчегом, и никого не стеснялся. И наоборот, мы читаем Библию, когда Милхола, жена его, посмотрела и уничижила его, Бог увидел это. То есть вот такие вещи. И если мы будем углубляться и смотреть, то там есть в Библии несколько мест, Бог хочет восстановить скинию Давидова. Он говорит, в последние дни, да, я восстановлю скинию Давидова. И это все библейское. Скиния Давидова – это там, где присутствует огромная радость. Это внешняя радость. То есть это не та радость, которая вот была именно в святое святых, там в храме. Да, это было возле этого ковчега радость. Когда приходили все народы и могли танцевать перед Богом, радоваться, что ковчег здесь, что Бог с ними. И еще один момент, вот, который с самого начала Библии начинается, это где есть Сим, Хам и Афет. Помните, да? Ну, про Хама все знают, кто такой Хам. Вот, про Сима, это семитские народы, да, как бы Израиль первый. А Иофет, это многие говорят, что это народы из Европы. Это европейские народы. И вот там написано, если кто-то обращал внимание, да вселится Иофет в шатры Сима. Один из переводов Израиля и одно из пониманий наоборот говорит, да веселится Иофет в шатрах Симовых. Входит туда и веселится там. Ну, будем да. Петь. Давайте, да, будем споем. Петь, веселиться, и пусть Господь обновит силы духовные. А если я вас попрошу, давайте, может быть, попробуем встать и взяться за ручки, да, знаете, как одна большая семья. Это, знаете, все-таки символизирует и единство, и доверие, и вообще единомыслие. Слов там немного. Кто, если еще ни разу не пел, то там слова очень простые. Но они очень мудрые. Да. Глушу, поимки дня туш паранки. Да. Бус смогел. Дай, дай, дарай, дай, дай.